Не тронь, нет, нет. Пойдем. Сергей Попов, гравец баскетбольного клубу «Черкасский МАП». Сергей, прокомментуй сегодняшний матч, пожалуйста. Ну, хочу сказать спасибо болельщикам, они нас поддерживали до последнего. Да, у нас сегодня где-то не получалось защиты, где-то было меньше энергии, чем в других играх. Ну, перед этим там Николаев, Харьков. Ну, как сказать, Днепр хорошая команда, настойчиво играют, очень сложно. Первую половину мы очень хорошо с ними сыграли физически и боролись везде. Потом где-то в третьей четверти выпали, и, собственно, вот и это закончилось. Там 3-4, да, мы пропустили. И, собственно, вот и проигранная игра, как говорится. Нельзя с такой командой выключаться, Днепр сразу наказывает за ошибки. Почему не получилось защитить именно там в Креске? То есть в третьем периоде психология или какие-то другие проблемы? Ну, мы где-то проиграли один в один. Реально, тут даже не знаю, какая тут психология. Там хорошие игроки, нельзя гал ловить, как говорится. Спасибо. Спасибо. Александр Кузнецов, главный тренер баскетбольного клуба «Черкасский МАП». Александр Ильич, покажи вчера ваш комментарий сегодняшнему матчу. Во-первых, поздравляю Днепр с хорошей игрой, с хорошей победой, с хорошим приобретением в лице Террелла. Конечно, очень сильный индивидуальный исполнитель и с пониманием шикарной игры и индивидуальное мастерство. Просто сегодня мы не смогли его остановить. В принципе, человек 27 очков забил за 20 с небольшим минут. Вот. И когда на площадке такие люди, как Террелл и Дугат, это просто, ну, ты находишь, как нейтрализовать одного, и обязательно взрывается второй. И сегодня было крайне тяжело в защите индивидуально, и вот в третьей четверти, не знаю, за счет чего, может быть, за счет того, что все-таки мы за 7 дней играем третью игру, да, вспомнили расписание Еврокубков прошлогоднюю, вот, и это была там, скажем так, уже такая 11-я четверть за 7 дней, и вот в ней мы остановились. Нисколько не пытаюсь этим оправдаться, потому что ротация есть, есть кому играть, и там были мячи некоторые, которые просто на секунду остановились, на секунду выключились, игрок свободно получает, или там врывается, забивает легкие очки. С такой командой, как Днепропетровск, даже вот такие секундные остановки, выключения, это сразу же, ну, не просто сегодня отыграли, как машину просто, не выключаясь с первой до последней секунды, очень хорошо сыграл Днепр. Радует, что если до этого мы играли в Днепре, там без всяких шансов проиграли, то сегодня уже навязали какую-то борьбу. Радует, что Дима Скопинцев немножко возвращается, сегодня довольно неплохо и стартовал, и отыграл, в принципе, против Кирилла Фисенко довольно неплохо. Вот, понемножку команда вырисовывает свой, скажем, тот еще не конечный результат того, что мы хотим увидеть, но мы вижу, что на правильном пути. Тот, эту проблему, которая была в третьей четверти, я думаю, что мы решим. Спасибо. Thank you.